Так, заходим в Азию. Так, Twitch надо подрубить сейчас будет. Так, переименовываю все везде. Все, стрим начался. Теперь я с небольшой задержкой с вами, помните об этом. Вот, так, что здесь у нас такое? Так, а что, лайфхенг сегодня не начинается, что ли? Да нет, давным-давно уже идет. Почему стримов просто нет никаких? Сейчас я единственный, наверное, кто стримить его буду. Знаешь, что в игру мы не успели. Там кто-то уже начал. Здесь вообще я пока не вижу, играет, кто не играет. А, ну да, да, Джак Джей Асону. Если есть, ребят, стрим, скиньте мне стрим, я просто не вижу, есть ли он где-то или нет. Ну, в принципе, тут второе Бо-3 только идет, 4-то еще впереди, поэтому все ок. Гумихо вообще еще не играл, например.
Хрена себе Панда ТВ открылся просто. В ту же секунду просто открылся Панда ТВ сейчас. Я вижу, что один на один. Так, кое-кто на окно тут собрался зайти, да? Давай, братан. Ну что, сейчас посмотрим на Панда ТВ, потом пойдем, соответственно, в игру. Тейк ТВ там есть. Да ладно, тейк не буду тебе стримить, постримлю китайцев. Кстати, надо запись выложить, ребят, пока вы здесь. Сейчас я выложу, плюсаните мне его, пожалуйста. Я в чатик скину в ближайшее время. Так, здесь у нас идет движуха, но пока ситуация у всех более-менее адекватная. Китайцы в качество получше, но тут Панда ТВ. Она может лагать, это Панда ТВ. Зато в игру точно в следующую зайду, потому что будет перерыв. Так, еще раз выкидываю. Короче, ребят. Я помню, кто-то говорил, как отключать это все бегущие сверху хреновины. Но я уже не помню, как это делается. Все нормально, ботом ныч. А вот, по-моему, этой кнопкой отключил, пока нету новых. Так, чуть 4 плюсика всего на КСПКапе, ребят, не ленимся, плюсуем. Джагджи против Ясону играет. В следующую игру я уже в игру зайду, все будет окей, ребята. Здесь у нас Роучерева, Джерелинги, будут сейчас скоро и ультралы, видимо, у Зерга. Хайф-то готов уже. Инвесторов пока не наблюдаю. Да, и ультрали скейвен делается, но еще пока не очень-то скоро ультралы будут. Здесь у Зерга сколько ресурсов накопилось? 200 на 1000, ё-моё. 2600 на 1000, точнее. Очень много. Ультралом грейд уникальный, здесь полудохлые королевы бегают, либераторов принимают там. Базы 4 в 4, вот инфесторы подошли. Три первых ультрала. Так, панда тут опять лагать начинает. Я уж думал, панда лучше намного работать стала, нифига. В Казахстане пипец китайцев, да, я так понимаю, в Средней Азии там везде нормально, да и на Дальнем Востоке.
ними вообще поаккуратнее надо, с теми китайцами. Типа друзьями. Ну ладно, не будем за политику, а то сейчас экспертов соберется очень много. Вот. 185-199 по лимиту. Пятую хатку фокуснул сейчас Джакже и Асону. Гасты, либераторы там. Здесь ультралы добавляются в массовых количествах. Сейчас еще 4 выйдет. Что-то Зерк не спешит атаковать пока. Джакже успевает все направления либераторами перекрыть. Что мешает со стороны Ксилнаги зайти, я чуть не понимаю. 3-2 грейды. Не спеши ты, Асуну вперед. Действительно, зачем ему наламываться? Наламываться ему особо не надо. Так, ну здесь один полный медивак погиб, выжил медивак, где мародеры и два марика сидит, вообще провал. Привет, Рицо. Давно тебя не видно было, рад видеть. Здесь, так, здесь гасты снайперят, либераторы пролетели, пытаются золото там Джакже занять. Ультралов пару погибло сейчас. Нужно аккуратнее быть. Надо корапторы нужны, видимо, груды. Так, неплохо здесь шатает, смотрите-ка, Асуну Джакже. Джакже идет вперед гастами либерками, в это время контрзабегание на третью проходит. Но здесь тоже либераторы, тоже гасты, нет, здесь Джакже, кажется, справляется здесь с задачей своей. Караптерами минусует дроп, но... Минусуется пятая база, четвертая база минусуется, сейчас еще и 12 часов попытается заминусовать, судя по всему, Джакже. 12 лучше не отдавать. Так, Bottleneck, завязывайте, и ты, Дарл, тоже успокойся. Вот, не надо туфту мне в чатике писать, тут все.
А, второй класс, уф, нифига себе. Ну, я в Машу из садика сегодня забирал, и завтра буду. Все на нее какой-то волк нападает. Волк, говорит, пришел и скушал меня. Поэтому плачу в садике. По маме скучаю. Давайте по игре, ребята. Макро очень жесткая, рабочих узергов меньше, боевого намного больше зато. Дайте, рабочих узерга меньше. Да, узерга меньше рабочих. Джак же пытается давить, но не надо так позицию давать, занимать быстро, короче. Дарлок, я на татар не наезжаю, просто ты какой-то глупенький еще, наверное, маленький пока. Либо просто учился плохо и мало. Да, так, так, пошел на лом, ребят, разваливает Джак же сейчас, точнее, Асуну Джак же разваливает, армию всю уничтожил, ЦЦ-шку золото уничтожил, это очень хорошо для китайского зерга. Главное дропы сейчас тебе отбить, вот, а так в Татарстане были мы, в Казани с Абвером, играли на турнире. Привет Ренату, не знаю, смотрит он какой-нибудь стрим или нет. Замечательный товарищ. Ну, короче, не все там такие. Как могло бы показаться. Так, ребята. Очередную ЦЦ-шку сбривает Зерг Джак же сейчас. Отступает назад. Ну, блин, добыча. Ну, хотя не золото добывается. И на трех часах база есть сейчас. Сто девятнадцать, сто тридцать два, братва. Что-то я Асуну как здесь послился. Надо бы добычу восстановить, надо бы рабочих и Асуну восстановить. Лезть слишком вперед не надо. КСМ, не, КСМок подбрить милое дело. Конечно, карапторов много, ЦЦ-чки надо ловить сейчас. Ё-моё, сколько либераторов, они еще прям в лоб собрались драться, эти либераторы. Да, вместе с гастами собрался подраться сейчас Джак же. Ну и, кстати, неплохо подрался, заснайперил там много много этих карапторов. Очень неплохо. И Асуну что-то агрится. Зачем он так агрится? Минусы Асуну, короче, ребят, видно по лимиту. Слишком силен этот микс гастов и либераторов и всего-всего. Вот он, значит, у тебя 5 детей. За это тебе громадный респект, конечно, уважение. Ты круг. Так, не полоску, погоди, полоску можно и поднять, просто уже нет смысла этого делать, так как очень скоро в игру надо будет врываться. Мне, в принципе, не сложно. Попытался что-то сделать Асуну, ничего не получилось. Я врываюсь сюда, уже все, больше не будет рестрима. Так. Все, пошел, жду инвайта, короче. Захожу в игру, жду инвайта. Киспокап заплюсовали. Спасибо, 13 плюсиков, всем респект. Все, и на мыло пришло уведомление, что появилось видео. Ну что ты приуныл, что ты приуныл тут? Что ты приуныл? Сидел бы на окне, солнце там светит. Жарко в шубе твоей, жарко.
Не волнуйся, еще погуляем и к Маше сходим. Сидит тут как бедный родственничек. Видно там, все видно. Надо угол немножечко вниз сделать. Ну, вот так вот, да? Угу. Угу. Нормально, все видно. И меня видно. Так, картинка, картинка, где картинка, изображение. Так, ждем инвайта. Кто у нас дальше по расписанию стоит? Дальше у нас Джакджи против Джейши, ТВП у нас будет. И Гумихо вступит последним в бой. Джакджи, кстати, будет биться. Жаль, Асуну проиграл, конечно. У него шанс был выйти хороший очень. Так, что-то там не заходится все. Юрий, подчеркивание Широ, поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Чалик бро, ты ли это? Хозяину привет и косточку. Спасибо, Юрий Широ, спасибо всем, ребят, за поддержос еще раз. Так, что-то я не помню. Ставил ссылку, кстати, на девайс от Lenovo, многие меня спрашивали.
На Твиче везде вставил я. Короче, спасибо всем, ребят, еще за поддержку. Приятно сегодня поддержка. Серьезная. Ну что, Джакжи против Джейши бьется у нас. Выиграл Джакжи. Так, Ясуну выиграл Джейши. Джакжи выиграл Ясуну. И Джейши бьется с Джакжи. Джейши нужно выигрывать, чтобы был шанс выйти нормальный. Все, ребят, все везде добавил, ссылочку на девайс добавил, но надо будет ее с картиночкой оформить, эту ссылку по-другому. Гей-труба от Джейши. Адептик вперед идет. Пробка сныкана. Пробочка сныкана. А что она сныкана? Не знаю, что сныкана. Ну, тут... Так, Марика можно подбрить. Подбрить навряд ли получится. Не, Марик подбреет здесь, конечно, у нас Джейши. Ну, циклон подбреет адепта моментально практически. Хотя дэмэджа тоже адепт нанес. 18 циклончиков. Ну, а что поделать? Ну, хоть Марика забрал, и то хорошо, потому что если бы еще и Марика не забрал, совсем печально было бы. Бустится сталкер. Мазеркур. Ё-моё, не сталкер и не мазеркура. А, не, есть один сталкер в руку. КСМ-ка приезжает. Сейчас будет подсвечивать для циклона. Это провал. Это минус сталкер, ребят. Как Джейши умудряется такую хрень делать? На халяву ему просто наваливают здесь. Верчаш выставить не успел. Блин. Сюда поставил бы и не ушел бы циклон. Ну, циклон пробку и сталкера убил. Купился чертяга, конечно. Так, Минка копнула сейчас. На мейне. Ну, тут это под призму явная Минка, как бы. Либо под оракулов под каких-то, я не знаю. Боится Джакжи, да, какого-то врыва. Здесь плюс 2 гейта. Твайлайт поздний. Не люблю, когда поздний Твайлайт у Кроксов. Почему? Потому что слишком... Это очень пассивно. Очень пассивно. То есть тиран будет инициатива у него. Блинк раньше до... Блинк позже стимпак. То есть тиран придет, тебе придется уже отбиваться там, пытаться по всем направлениям. А отбиваться, когда просто тиран отбивается от крутого, он дропает постоянно. Это очень печально. И вообще никакой агрессии нету. Она вряд ли какая-то будет. Здесь обнаглевший Джакжи ставит инженерку. Иди ты выбей ее уже, ё-моё. Стоит ни пробка, ни перелет, ни сталкеров не ведет, ничего. Где Протос контролит? Что он контролит? Обсервер висит здесь, ну, ничего не делает. Ничего Протос не контролит, он просто тупит стоит вообще. Хотя, в принципе, он не спешил с Нексусом, поэтому сейчас спокойно выбит. Инженерку. С Нексусом лучше поспешить, Протоса которого ни одной фаржи нету, грейдов нету. Блинк поздний, технологии особо нет, ему нужно спешить с экономикой обычно, то есть если ты на мясе пытаешься отсидеться, да, как-то. Джакжи уже 3 барака сейчас заработает. Скан минус обсервер, саплай блок был у Джакжи, но сейчас он закончился, все заказано в итоге, ну, более-менее неплохо, да, там саплай блок недолгий был. Поле миту вровень идет по боевому в плюсе, и сейчас первый выход на стимпаке будет опасный для Протоса, очень опасный. Блин, пилоны все на медленном варпе. Вот этот до Нексуса не стоит. Вот здесь надо его ставить, чтобы доставал. Вот тут вот так вот. Тогда он уже будет доставать на клеточку ближе к Нексусу, если, да. Так не достает нифига. Призма полетела вперед. Здесь Марик заблудился, минус Марик. Мазеркор на мейне.
Я не знаю, мазеркорс висит странный. Его нужно где-то вот здесь вот вешать в такой ситуации. То есть и сюда К залетает, с одной стороны успевает, и сюда успевает быстро. И отсюда еще и сюда. В принципе, поближе даже немножечко долететь. Скан минус обсервер. Загрузился, Джак же разгрузился. Сейчас еще один пилон добавил. Сейчас Джейши, понимаешь, здесь варп медленный слишком. Так, обсервер вылетает. Сейчас спалит Асону Джакджа. Нужно отступить Иммортлам сейчас. Так, Филд пошел. Марика Иммортл расстрелял. Призма прилетает сюда вперед. Гейтов сколько у нас? Гейтов, кстати, 6 штук будет. Сейчас можно и выход бы какой-то сделать было бы попытаться. Ну, выхода не будет пока. Адептом ни Глеф и не заказано. Почему-то 100-100 грейд ключевой фактически. Может, чашка Шпроц хочет сделать. Хотя нет у него архива архива темпларов. Робо Бэй. А, и газ не добывал с четвертой очень долго. Так, кореец 1, кореец 2, вот тут как раз таки ты пальцем в небо тыкал, но не попал. Здесь нету двух корейцев. Вот. Адептом Глефы плюс 1, рейндж колоссом колосс. Такой у нас продакшн в данный момент, ну плюс там пилоны и пробочки, соответственно. Такой у нас продакшн у Джейши примерно. Здесь Марик призму встретил, Марика наказали. Адепта сейчас нужно улетать, нету смысла на мейн врываться. Здесь циклон, здесь минка, конечно. Все абсолютно верно Джейши делает. Опять тут еще одного Марика адепта распилили. Плюс 2 гейта. Джейши делает четвертый ник. В принципе. Да, Джейши пассивно играет, но Джак же ничуть не лучше играет сейчас. Еще бы сталкеров своих отблинкивал. Блинка есть уже давным-давно. В принципе, Пропсу отбиться здесь от врывов следующих Джага. Кривейший врыв идет от тирана. Просто кривейший прибежал на колосса, на филды на все попал. Пока там призму ловил. Ну, призму зато, кстати, поймал. Здесь лимита минус. У нас Джакджа. Так, минки две залпанули сейчас. И вот это повезло, что не стрельнуло. Это минус вот 4 или даже 5 юнитов было бы, скорее всего, минус. А это уже было бы больно. Так, они все отрегенятся, полей наберут. Колоссы новенькие выходят. Четвертый Нексус. Спокойно можно раскачивать сейчас. Две фаржи заработало. Да все хорошо у Джейши, что я могу тут сказать. Главное не развалиться сейчас от какого-то левого выхода. Вот сейчас с либераторами, например, вот этого. Для этого нужно больше сталкеров варпить, а не адептов. Блин, сталк вот либераторов видел, призмы, да, призма погибла, видел 4 либератора, варпит адептов. С другой стороны, не собирается тиран нападать сейчас на ламонса, да, как бы. Обсервер падает, минки выбить нечем, теперь неприятно. 7.63 барабам. Нужно сейчас гейтов добавить. Сколько гейтов вообще у Протса? 8. Мало. На 10-12 на 4 базы делать смело. Хотя, в принципе, либо второй робо. Да, вот сейчас плюс 2 гейта пошло. Архивы темпларов. Старгейт. Пилончики. Все правильно Джейши делает. Фотоночку можно на мейне одну против минок. Здесь можно еще пару пилонов тоже фотоночку впилить. Да, варп адептов идет. Джак же что, спалил их случайно как-то? Не знаю, спалил ли там что-то Джак же. Адепты идут. Хорошо, что не заметил. Джак же сейчас адептов. Ну вот куда Джейши идет, я тоже понятия не имею. Ну что ты бегаешь-то? Лунь ты, ё-моё. Хвалил Протса. Бегает как лунь. Здесь Джак же сразу с сторон заходит. Вот что делает Протса? Объясните мне. Ты видишь, где армия, куда ты, дебил, пошел вот этими войсками, иди сюда отбивать, здесь адепты отвлекли это направление, он ходит туда-сюда, контроля не хватает. Извините, что так ругаюсь, извиняюсь перед Джейши, но реально,
после игр Ниба, который с корейцами играл, чувствую, будет предъява всем, короче. Потому что побеждать-то можно, можно. Нип сегодня продемонстрировал это. Адепты врываются, Минка залп не сделала, нужно отступать. Вот сейчас уже сделала, и Джак еще в тюрь тут разгружается. Короче, бегает как в тире что-то, туда-сюда. Вот что бегает-то туда-сюда? Так, еще сталкер дал, темпестов решил выходить. Ну, темпесты темпестами, ну, блин, Минки под своей же базой второй не выбивает. Пожалуйста, еще Минка залпанула. Одна, здесь какие-то пробки поехали. Куда они 4 поехали? Дистанс майнинг попер. Давай, подведем сталкера. Все правильно. Че, ходить надо? Че стоять-то? Надо же подвести всю подминку. Ну, тут просто невнимателен процесс. Так-то, как бы, понятно, у всех бывают ошибки. И вот на ровном месте всю инициативу отдал. Абсолютно на ровном месте, блин, прям. Две фаржи работают. То есть, грейды по КД не заказывал, короче. Какие-то темписты там... Не, ну темписты нужны, действительно, сколько воздуха уже под темписты. Просто бы делал спокойно грейды, нормальное количество сталкеров по земле, разобрал бы в мясо вообще просто. Опять юниты, ну, всю армия не в куче, короче. Вот когда надо было вот сюда идти отбиваться, стоял пул армии, здесь ждал чего-то непонятно, хотя тиран там был. А сейчас, когда надо было принять до того, как либераторы развалились, стоял вот здесь, вот ни хрена не делал. В итоге приходит Джак, позицию занял, и, конечно же, ломиться на уже разложенных либераторов полный бред. Адепты отдаются по отдельности? Нет. Это не НИП, не то, что НИП. Не то, что не НИП, это даже не, я не знаю. Даже не знаю, кто, блин. Ну, понятно, лучше, чем я играю. Я-то не играю, но... Как-то так. Короче, ждем следующую игру, ребят. Все было... У Протса было все замечательно просто. Когда вот так на ровном месте раздаривают такое преимущество, это печаль полная вообще. Пошел инвайт. Все, поехали, игра начинается. Даже не Вердос. Конечно, не Вердос. Вердос теперь, ё-моё, в Лос-Анджелесе, мать его. Вердос успешный человек, ты чё, блин? Куда нам бичам до Вердоса? А тем более какому-то Джейши, ё-моё. Да даже не было, о чем, ребята, говорите.
Так, ребят, все, я здесь, прошу прощения. Больше не отвлекаюсь, 1-0 Джагжи. Улучшение завершено. Теперь с Вердосом по успешности только Ревчик может сравниться. Ладно. Давайте, ребят, хорош флуда. Приезжает Джейши, пилит КСМ-ку, ее другая в это время вычинивает. Просто на двоих. Блин, китаец какой-то тормознутый. Неужели ты не можешь проследить в динамике, что вычинивается? Даже если ты не знаешь, что вычинивается быстрее, но нужно же ситуативно действовать. Вот ты видишь, пилится рабочий, один другого чинит. Посмотри, как хп-то кончается. Чик-чик, прими решение, где быстрее, где медленнее. Ты же старкрафтер, мать его, не то тормознутый какой-нибудь там, я не знаю, кто. Здорово, Аверс, там, я не знаю, этот, Хардстоун, там, я не знаю, тыкать кнопку, эти, карты там. Не все они и тормознутые, естественно, но там-то есть время подумать, здесь-то решать быстрее надо. Ну ты ж... Короче, в баню. Ребята, вот такие вот дела. Что-то я разбушевался. Сетку вручную всем скину. На Твиче вижу, там многие сетку пытаются найти. Но найти так просто не получается ее. Три барака у нас у Джагжи. Факты нету пока. Где факта вообще? А, это три ранние ЦС-шки, три барака. Факта будет очень много био, будет очень много будет у тирана био. Если просто сейчас третий никс не будет выходить, все будет печально у него. Так, КСМ-ка мешает третий Никус запилить спокойно Джейши. Вот он идет вперед, какой-то Марика там уничтожил. Что там было? Марик, да, вроде как был. Ну, что здесь делать можно без обсервера, без призмы? Ну да, подошел ближе, пофокусил, попытался каких-то там юнитов. Ничего особо не нафокусил, дома supply блок, все печально. Ну, зачем такие потуги? Терять сталкера одного, демеджить всех и убивать 4 КСМ-ки там, я не понимаю. Ну, ё-моё, ну прям задемеджил беднягу тирана, у которого по тримула летит. 4 КСМ-ки убил.
происходит. Тут просто, короче, ничего не сделать. Сечка уже внизу. Кстати, Джак же тоже регулярно. У Джак же регулярные supply блоки. Он по 4, он депошки строит одновременно. В принципе, не такие большие, как у Протуса были. Ну, Протусы тоже были, как бы. Хотя и какие-нибудь такие большие. Одинаково они ошибались здесь примерно. Вот. Доварпливается сейчас Джейши. Плюс 2 гейта еще добавляется. Сейчас 8. Будет не так уж много, если он пушить хочет. Я думаю, что это ошибочная позиция. Блинк просрал сейчас КДшку. Потерял двух сталкеров просто на халяву. Давай еще сейчас потеряй. И мародера одного стимпачнуть вперед вывести. Вот этот сталкер, например, цель вообще хорошая для него. Сейчас он нет, ушел. Блинк закадешился, все в порядке. Товар по адептиков идет. Ну там то, что стоят КСМки, там эта фигня вообще была. Они. Там демедж смешной от этого. Учитывая, что ты своих юнитов демеджишь при этом и теряешь. Минус призма. Ну, короче, тут что-то пытался Джейши сделать. Вроде как и до варпа есть, вроде как и лимит есть, вроде как и грейды делает он более-менее исправно. Атаки адептам есть глефы, есть блинк. Будет ли пуш или нет, не знаю. Но призму зачем? Вот если ты пушить хотел, зачем ты призму сейчас отдал? Не знаю. Так, адептики варпсы. 177, 186 по лимиту. Пытается тут просто, что он пытается? Ну, он тут рядом ходит, в общем-то, адептами. Кривее врывы просто не придумал. До либераторов сталкеры не достали. Адепты не ворвались в био, а прям перед био, перед мародерами телепортнулись. Хуже врыва вообще невозможно придумать, вот чем сейчас ворвался Джейши. Это реально было катастрофический врыв. Это бред просто. Бред, да. Галимый бред, блин. Брэд Питт просто. Так, 122-155 по лимит. Ну, конечно, Жак же идет убивать уже просто. Минки прямо перед Фроксом копаются. Залп пошел. Хорошо по адептам жахнуло. Адепты падают, все падает. Пару ворвались тут на вторую базу. Ну, Жак же их быстренько принимает. 80 на 126. Пишем ГГ, выходим. Ждем следующую пару. Это Жак же Гумиху будет сейчас. Фактически за первое место матч. Да, потому что Жак же уже 2-0 пойдет. Выиграл Асону 2-1. Выиграл Джейши 2-0. Жак же уже практически обеспечил уже себе выход из группы. И Асону тоже будет шанс. У него победа на Джейши 2-0, насколько я понимаю. 1-2 он слил. То есть 3-2, как бы у него сейчас по картам, если Гумиху выиграет, шанс будет. Знаете, если Джак же 0-2 сольется Гумиху, в принципе. А, ну хотя по личным встречам тогда не выйдет Ясону, если развалит там даже кого-то дальше. ГГ пишет, еще очевидно было, что Джак же сейчас дожмет.
Текс. Ну что, ждем дальнейших игр сейчас. Кумихо против Джакджи. Очень интересная битва сейчас будет. Очень интересная. Так, что за хрень? А, все, понял, блин. Новый диванчик, ты его на вебке видишь прекрасно. Вот он. Так, куда там? О. Ну что, ждем следующую игру, что тут говорить-то? Завтра, помню, что КСПК продолжение. И, кстати, завтра плей-офф Лайфенга тоже, по-моему, еще будет. КСПК завтра без некорейцев. Может, и Лайфенга плей-офф имеет смысл постримить. Какое сегодня число? 27-й? Так, завтра среда. Ну да, по идее, завтра Лайфенга плей-офф или когда? Сейчас посмотрим мы. Точно. Да, 28-й, последний день. Завтра плей-офф. Короче, завтра интересно будет, ребят. Плей-офф очень жесткий. Там по составу намечается. Прям жесть. Ну что, ребят, сейчас я вернусь через несколько секунд.
Так, все, я здесь, ребят. Камера такая, как Алексей Дип говорит. Вот. Ну что, Гумиху Джагже. Наверное, центральный матч, потому что Джагже уже 2-0 идет по встречам, не по картам, конечно же. Ну а Гумиху вообще здесь фаворит. Поэтому матч ключевой. Посмотрим, как, конечно, и Асуну может достойно отыграть тоже. Навряд ли Джейши. Гумиху выиграет, что Джагже Джейши разгромил фактически 2-0. Вот так вот. Так, реперки тут летают с двух сторон. Запрыгивает Гумиху. Джагже тут нормально пострелял. Может, сможет подрезать? Не, не сможет. Гумиху грамотно гранатку кидает. Откидывает Джагже репера. Уходит спокойно. И циклон со вторым репером прилетает. Новейшему минус просто 180 минералов, по-моему, он в Лотве приносит. Это печаль. Полная. Как вот когда ты ток кидаешь мулу, он ни разу не принес, тебе его подрезают. Я раз за рандома играл за тирана. Это очень бесит, когда такая тема происходит. И зачем-то здесь Джагже дерется на лоу-граунде одним рипером и двумя гиллионами, с двумя гиллионами и двумя риперами. Конечно же, Гумиху его разваливает вообще сейчас. Так, здесь на развороте Гумиху сам ошибочный бой принимает. Это уже ошибка со стороны Гумиху была. Так. Пожег немножечко, еще чуть-чуть подразменялся. Реперочек есть один, единственный. Можно, что, можно, если бы отсюда он залетал, может на мейн было бы ворваться. Здесь же есть гелики, поэтому Гумиху просто не рискует. ЦЦ-шечка почти готова, но у Джагже ЦЦ-ха намного раньше было. Сейчас Гумиху нужно было подступить, реперка подождать бы, наверное. Куда ММА делся? Родину защищать. Пошел свою родину Корею Южную. Либератор от Гумиху прилетает на мейн Джагже. Одну КСМ Кумино снет. Не более того. Рипер пришел на мейн. Рипера сейчас давайте окружит еще. Джагже. Туда-сюда рипер что-то попрыгал. КСМ все-таки заминусовал. Вон там Кая дохла ездит. Зачем минеральную линию это врываться, если можно было на продакшн сбить? Сейчас еще и по продакшн бы сбил бы даже. Так, гелики пришли. Три КСМ-ки сейчас на халяву просто. Гумиху убил Джагже. По лимиту уже в плюсе. И по рабам уже в плюсе. И инвиз банши делается. Так, минус ван. Видел эту новость я. Вот, на Су-30 СМ там перевооружение шло. Но Су-24М еще много ВВС и ВМФ. Вот когда все Су-34 станут Су-30 СМ, тогда да. Но это еще не скоро. Но все равно уже порядочно построили. Банша прилетает Джагже. А что у Джагже? Викинг один у Джагже. Все, нифига нету. И в мех пытается сыграть. Инвиз Банше пошел. ГГ он пишет, потому что сканов ноль, блин. Вот тебе и Гумиху просто в мясо Джагже развалил. А Джагже развалил китайцев в мясо. Но еще не вечер. Ясону может хорошо отыграть все равно. Очевидно, да?
Так, ну и помните, что поддерживать надо меня и мой канал, ребят. Уже сегодня поддержки было достаточно много. Спасибо всем за это громадное, кто так делает. Вот. Отключайте адлоки на премиум, подписывайтесь по реквизитному описанию. Напрямую или через плеер. Ну что, 1-0 Гумеху. Ну что, ребят, опять же общество подобное начало, кстати говоря, Рипер ЦС-щика Джакжи факта, здесь Рипер факта сразу же у Гумеху, то есть он также к прошлой игре играет. Риперы на центре встречаются. Как Гумеху вообще сейчас просто сныкался в кусты и пристрелил ее? Вот где ковбой, вот он гроза Дикого Запада. Вот кто быстрее всех пистолет достает, ё-моё. Вот кому курок надо, точнее мушку надо сточить. Потому что в бар скоро зайдет вот этот Рипер Гумеху, который уже два туловища здесь развалил просто. Здесь троится гелик, надо улетать. Трех юнитов убил, две КСМ-ки и рипера. Гелик заезжает, где рипер-то, прикрывающий его? Куда гелик поехал? Что творить-то, ё-моё? Только нахвалил, сразу давай гелика дэмэджем. На дэмэджем своего же. Да, на дэмэджил Джак же гелик и Гумеху. Как-то так. КСМ-чку минуснул Гумеху Джак же сейчас. Джак же стоит геликом на рампе. Риперы в линию становятся с Гелиончиком, чтобы минимум дэмэджа получать. Джак же не рискует пока спускаться. У Гумеху опять банша, но Джак же сейчас с тремя Гелионами, конечно же, будет спускаться. А как еще ему быть? Или даже с тремя не будет. Не, ну с тремя-то надо. ЦС-шку-то надо добывать начинать. Ну, Джак же как будто бы 5 решил подождать, у меня такое ощущение. Банша летит сейчас, 10 секунд до инвиза примерно, увидит Либератор. Нет, разминулся Либератор с Баншой, это важно было для Гумеху, сейчас Джак же опять всю энергию потратит на мулов.
Не, в этот раз не всю потратил. Ну какая разница, один скан всего, турет к ноль ровным счетом. Просто разваливают гумику, просто в хлам. А либератор здесь разлетает, ну а что он там сделать сможет, этот либератор? На демеджил гумику всех рабочих, ни одного на газе не добил. Ну что ты будешь делать? Здесь гелики заезжают, плюс либерок на мэйне бомбит очень не слабо. Гелики, кстати, хороший ответ от Джак, я вам скажу. 5 КСМ-ок уничтожено, ну там-то банша живет, а здесь и либераторы КСМ-ки, ой, гелики будут потеряны. Но тем не менее, Джак же нажег, все равно не слабо здесь, я вам скажу. Все-таки отбил баншу на мэйне, по рабам плюс остался по боевому в минусе лимиту. Идет гумиху в контратак, что у него есть. Сейчас давайте глянем. Два гелика, две банши, циклон, танк, рипер, 4 малика. Раз такая разношерстная армия, 6 типов юнитов, но на самом деле для рукастого игрока, чем больше типов, тем лучше, потому что не все типы просто юнитов, это акликовские. Некоторые с кастами, а юниты с кастами, это всегда значит их нужно контролить, и чем больше вариантов, тем значит можно лучше здесь разбирать. Кстати, как-то гумиху пришел растянутой очень армии, часть слилась еще фактически не приняв бой. Пока не приняла бой другая часть, вот, но все-таки более-менее. Так, циклон вокруг танка контролит, вообще прикол, развалил медивак и все танками не законтролит. Джакджи вынужден писать ГГ. Безвольный Джакджи, мертвый Джакджи. Но в команде КТМ почему-то, не знаю. Короче, вот такие вот дела. Гумиху, изи просто, гумиху. Кстати, на кибете ставочки есть. Изи экспрессы называется это. Как начать стрим? На ГГ не могу найти настройки. В каких ты хочешь настройках найти, как начать стрим? В описании канала есть гайд, в принципе, когда ты его создаешь. А там уже качаешь опс и стримишь, соответственно. Читаю интервью на Good Game Нерча, я изменю восприятие иностранных игроков, это про Каспакап. И думаю, не успел ты, братан, уже нип сегодня изменил. Вот.
Пошел инвайт. Запись есть Каскпокапа на главной странице, поэтому вопросов не надо много задавать. Нужно просто ее посмотреть. Ясуну против Гумиху. Шанс последний выйти Ясуну. Но если Гумиху выиграет, тот же Ишии останется аутсайдер фактически группы, да? Как-то так. Улучшение завершено. Так, ребят, все, прошу прощения, Даша мне тут писала, отвлекала немножечко. Вот, ну тут начинается движуха. Рипером прилетает Гумику, и Асону ничего не потерял, и третью хату достаточно раннюю ставит.
4 гелика. Риппер. 2 Марика, 2 минки. Очень странный какой-то врыв. Это не Hellbat Push, это просто какой-то врыв-передроп. То есть это будет пытаться заехать куда-то, одновременно будет дроп залетать. Спорки нет, это косяк, я сону сейчас. Без спорки будет тяжко отбиваться. Минки разгрузились, 2 штучки. Все, ничего выбить вообще не успел. Линги все уничтожены, но зато сплэшем свой медивак же Минка сбила. В итоге королевы по нему стреляли, ну и... Ну, вот это более-менее нормальный для Асону расклад, я думаю. Да даже он, да, вровень потерял. Кстати, у Тирана потерь нет, а на самом деле 300. Не считается за вот такие потери все дело, да? Минки выбиты. Здесь гелики и Риппер заезжают. Начинают харасить не слабо. Королева минус. 18 лингов строится. 1-1 заказано. Здесь какие-то... А, забегание лингов идет. Сейчас будет передроп на мейн. Здесь стимпак. Здесь гелионы... То, погодите. Стимпак почти готов. Гелионы строятся. Будет ли какой-то выход? Если будет выход, то на одном медиваке хелбатов особо тоже там нет. Здесь передропчик. Гелики вышли. Короче, все видит прекрасно. Так, 4 королевы прилетают от Асону сейчас. Викинг разобран. Линги забегают в тыл сейчас Гелионом, Риппером, Мариком. Надо грызть очень-очень жестко. СМ-ки пытаются вычинить. Гелики падают. Королевы тоже бьются в это время. Так, на мейн врыв лингов принял в легкую сейчас. Гумику. Здесь нужно королев дальше перевести, загрузить. ССЧ-ка на третий есть. 1-1 у Тирана заказано. Ну, как-то так, медленно делается. 17 КСМ уничтожено, 28-40 по рабам. Ситуация по рабочим, считаю, очень даже неплохая. С полной энергией королеву отдает и Асонучу. Контроль-то должен быть элементарный какой-то. А представьте, сейчас королева выжила бы. 3 почти здесь убил все. А было бы 4, еще и то энергия полная почти. Вообще бы замечательно было. Нужно увести просто королев, успеть сейчас. Не сливать их, преимущество есть. Грейды раньше, все раньше. Лейер сейчас будет готов, покатухи Беллингом заказал, макрохата есть, и все нормально. Королев много, вон крип. Крипа нету вообще. Вот все бы хорошо, да крипа нет. Да, я Асону, кстати, решил прямо из центра крип распространять. Это правильное решение. Криптумор еще один заказан. Ну, отсюда тоже надо подтягивать сюда. Че на центре-то только? Надо везде крип стараться распространить. Так, гелик и дроп. Королев здесь шатает у нас Асону. Криптумор пошел. Как бы пытается развалить криптуморы. Марики идут сюда. Так. Королев пришлось дропнуть, иначе бы они все овере погибли. Ну вот ошибки от Асону. Сейчас и здесь крипа мало. То есть за один скан Джак же просто все сейчас выбьет. Это не очень приятно, конечно. Он сканит, выбивает. Все, конечно. Да, в итоге крипа-то у Асону, мягко говоря, не хватает. Второй коготь заказан. Сейчас дропчик Линга Беллинга будет на... вторую базу. Это не Джак же, это Гумику, прошу прощения, если я Джак же говорил, конечно же, это ошибочно я говорил. Так, если линги забревают просто гелионов, 4 штуки сразу окружены. Марики на стиме пытаются здесь что-то сделать Гумику, ничего не выходит. В это время дропчик полетел на вторую. Хорошо здесь линги. Ой-ой-ой, линги-беллинги, хорошо сработали. 9 КСМ их минус. Здесь еще врываются беллинги, мулы, еще КСМ-ки подрезаны. Беллинги с покатушками, все это дело двигает вперед, ССЧ-ка поднята. ГГ пишет Гумику, офигеть, Гумику проигрывает первую игру. Не слабо, не слабо. Давайте-ка я сейчас расклад гляну. Не, ну просто по личным встречам, скорее всего, если по картам ровень будет, у Асону Джак же он по личным проиграет.
Джак же 4-3. Гумихо 2-0, погодите. Сейчас Гумихо 2-1. И Асуну... Погодите, Асуну 3-2. Не понял. А, ну да. 2-0 Джей Ши выиграл, 1-2 с Джакджи сыграл. 3-2, одну карту взял. У Асуну уже 4-2, ё-моё. И Асуну уже вышел, а не Джакджи, точно. О, прикол. Вот такие вот дела. То есть и Асуну с Гумихо, скорее всего, выйдут, получается, да? Да. Даже если Асуну Гумихо... А, погодите. Нет, вру. 4-3 у Джакджи, у Асуну 4-2 сейчас. Если вы проиграете, 4-3 будет. Если 1-2 проиграть, 4-4. Да, то Джакджи будет. Короче, нельзя и Асуну проигрывать. Как ни крутить, любым счетом ему нужно выигрывать. Печаль. Печаль, да. Что-то я тут перемудрил. Не понял. Ну, еще же играть надо дальше. Все верно. Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. Опа. Разверзлась тишина, Бабкин Барн Барн. Все, а вот. Давно что-то ты говорил, я помню. Спасибо тебе. Карта врубилась, судя по всему. Или что-то там где-то врубилось, не знаю. Спасибо тебе, Бабкин Барн Барн, еще раз. Спасибо всем, братва. Так, сейчас я посмотрю кое-что. Улучшение завершено. Так, 1855 дошло. Это точно не с PayPal. Это с карты, по ходу дела. Миссия большая с карты. Спасибо, короче, большое, ребят, всем за поддержку. И тебе, Бабкин Барн Барн, громадное спасибо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас газец пошел, цеха достраивается. Здесь реактор факта достраиваются. Как Гумихо проиграл. Очень даже неожиданно Гумихо проиграл. Заказано медивак, ребят. Заказано... Армори у Гумихо, это вот это уже точно хелбат. Пуш что-то лагает. А что лагает-то? Кто лагает? Я лагаю? Нет, не я лагаю. У меня пинг не скачет сейчас. Медит сейчас
Видите, сейчас я осознал, что здесь что-то странное творится. Я думаю, что по виду вот этих зданий, барак без пристройки, а на факте реактор и старпорт без пристройки, должен был понять я осознал, что здесь хелбат пуш идет. Лингов заказано достаточно много. Королевы вижу две штучки. Так, три встречают. Четвертая есть? Нет, четвертой пока нет. На третьей базе королева еще строится. Криптуморов маловато. Хелбат трансформируется. Куда королевы-то ушли? Ё-моё! 59, 53, 40, 30. Парабам. Идет вперед Гумиху сейчас. Линги уходят на ХГ. Надо дронами уходить. Ё-моё, Гумиху принимает бой. Кстати, неплохо так получилось. Рабочие ушли, в принципе, все, но лингами чистыми отбить здесь просто с королевами, ну, будет очень тяжело. Хотя по чуть-чуть, вроде как и отбивается здесь у нас Ясуну, но, блин, королева здесь медленно очень идет на муве. Линги новенькие подстраивают, Скалбата надо догрызть, Мариков надо догрызть. Лингов подождал сейчас Ясуну, накидывается, все сгрызает наконец-таки. Парабам-то, в принципе, в плюсе здесь остается, да? Но еще 4 гелика подъезжают, это будут хелбаты, блин. И Марик еще. Хелбатов будет тяжело убивать. Гелики заезжают на третью. Залп 2 всего дрона. Повезло, что всего 2. Ё-моё, погиб. Пытается здесь Ясуну отжать гелионов. Просто все отдает сейчас всех лингов. Рабочие стоят. Хоть на вторую куда-нибудь их направь. Я не знаю. Здесь Либератор полетает. На вторую направляет всех. Сейчас с третьей базы. Спорка откуда-то идет. Откуда спорка идет? Где она вообще? Под Либератора королева сбоку заходит. Здесь 6 геликов в это время врываются на вторую базу. Да трансформировал бы их в хелбатов-то. Зачем в геликах в виде геликов-то врываться, не понимаю я просто. Здесь Либераторов все-таки выбивает. 40-39. И Ясуну все в плюсе здесь. Ну, что-то лингов много сливается. По потерям как? Потерям близко, очень-очень близко. Рабочих все 4 погибло, это немного. По юнитам понятно, у Зерга больше, и у него линги в основном гибли, да? 1-1 у Гумиху, но Гумиху сбил все тайминги оппоненту. Лейера нет, эволюшенов нет, ничего здесь нету технологичного особо. Дроны хоть там на муве ездят. Не повезло дронам. В кучку соединили, сейчас минуснули гелионы моментально. Здесь третья сэшечка. Реву Джералинга пуш, может, сейчас будет, я не знаю. Пока ничего не понятно. Так, ребят, кстати, кто на Твиче тусуется, предупреждаю всех сразу. Сегодня был Каспакап, запись выложена. Нип уничтожил просто корейцев. Кто хочет завтра Каспакап смотреть, приходите на ГГ-плеер. В описании канала все есть, 12.00 начало. Твич я не врубаю, потому что буквально недавно мне был Твич забанен за рестрим. Я не хочу, чтобы выпилили мне этот канал, чтобы новый опять пришлось сделать. Нахрен это надо? Гелики тут заезжают на вторую базу в очередной раз. 10 дронов минус, 72-69. Запарил уже жечь, наверное, подумал. Я сунул, что Гумиху запарил жечь. И рейнджовые грейды пошли, 10 дропщиков-то вперед попирает, а 2 хелбата. Хелбата на Ксилнаге, тут 6 роучей заказано. В принципе, роучей реведжеров еще нормально можно выйти. Вот пошел и мув там роучей реведжером. Ну, по грейдам плохо как-то, я не знаю. Тут уже в таких роучей реведжеров придется агрессивно играть. В ультралов уже, например, из такого отставания выйти крайне сложно будет. Я думаю, что либо чистыми роучей реведжерами, либо роучей реведжерами инфесторами. Сейчас инфестейшн добавить даже без грейда на энергию. Штучки 3-4 добавить их и пытаться убивать тирана как-то. Может быть, наоборот, принимать. Гумиху наверняка вперед пойдет. Хотя, может, я не прав, и может лучше стандартно ультралов попытаться выйти. Сейчас посмотрим, что Ясуна будет делать. Но сдается мне, что в прошлой игре... Хотя в прошлой контр-пушем вообще Ясуна убил, но...
В этой уже все плохо, у меня такое ощущение складывается. Мне не складывается такое ощущение, что это даже видно, что плохо, как бы, по параметрам, да? Тут преимущество по лимит небольшое, особо. Так, чё, блин, опять? Ё-моё, меня дропает, чё за бред, блин? Вот больше недели ничего не происходило. Вчера был скачок и сегодня опять. Да что за хрень-то такая? До этого у других там, у Варди, у китайцев там что-то. Теперь опять моя очередь пришла. Что за бред, блин? Фаербулы это особо неплохие. Сейчас чуть не минуснул, кстати, медивак. 169, 139, 15 роу еще строится. На 1-1 грейдах, прям роучи реводжерами Асуну собрался вперед. Да, он собрался вперед идти. И, ну, правильное решение, понимаешь, что все плохо. Так, Гумиху здесь все забирает, пытается улететь. Здесь по всей карте бегают юниты, кстати. И дома-то лимита у Гумиху вообще мало остается в итоге. Так, роучи заходят, все сплитится. Надо атаковать. Луф, фаербулы пошли. Хорошо и Асуну роучи сплитит, между прочим. Видите, как хорошо зашел. Фаербулы по танчику проходят здесь, но не достает в узкий проход, наламываться тяжело. Да куда ты все в кучу-то свел? Хорошо ж давил-то, ё-моё. Сзади Био подходит, отступает и Асуну. Био достаточно много подходит. Фаерболы на отступление, хорошо, фаерболы попадают. Реводжеров надо отвести немножечко. Роучи бьются неплохо. 2-2 подъезжают грейды. Ой, 2-2 вообще будет не продавить по ходу Гумиху. Гада. Ну да, там тоже 2-2 пошли грейды. Ну, проатаковал, ну, 15 КСМ Эксбрил, но, к сожалению, этого, мягко говоря, недостаточно. Вот здесь наверх хорошо зашел и Асуну. Мне кажется, надо было вот часть Северовича вот так вот обойти сюда, попытаться. Но там в тыл пришли просто вот эти из дропов юниты от Гумиху. И они очень важную функцию сыграли, я бы сказал бы, ключевую в обороне. Они подвергли опасности реводжеров, и Зерк сразу же сагрился назад, отошел, плюс прирост они там подрезали весь, так что вот это важно было, конечно, очень. Забегание какое-то нелепое роучи. Все, пошла от Асуну атака. Вот в таких выходах, я уже не раз говорил, желательно лингов чуть-чуть подмиксовать всегда. Почему? Потому что без лингов танки слишком большой сплэш наносят. Мародеры слишком по всем практически юнитам бонусом бьют. То есть первую линию роучи снимают очень жестко. И до реводжеров быстро доходят. Ну все, здесь Гумиху, конечно же, минус. Ой, он еще до 2-2 тайминга напал. Только сейчас доделает. Ну, 2-2 обязательно должен был дождаться, это провал. 2-2 в 2-2 бы, если дрался, шансов было бы больше. Куда больше, конечно. Ну да, плюс лингов штук бы 20 на ломе с разных сторон. То есть, лингов в чем плюс? Они падают быстро, но они дают возможность этим юнитам без демеджа подойти для драки. То есть, линги наламываются, пока их минуснут, уже роучи дерутся. И плюс еще сплэшем лингика накидываются быстро на оппонента. Они ведь танки себе сплэш дэмэдж наносят. Это очень-очень важно. 1-1 у нас. Ну, и Асуну пофиг. Ему в любом случае ему нельзя Гумиху проигрывать не 1-2, не 0-2. Ему надо выигрывать его, чтобы выйти как бы из группы, из этой, да? Как-то так.
Ну что, ребята, 1-1, третье. Улучшение завершено. Смерть на пороге. ЖСМ готов. Так, нет, естественно, поднятый танк чинить нельзя, это перебор бы был. Так, неплохо, здесь линги забежали, в то время как Рипер прилетел к Зергу. Две королевы строятся, одна на мэне, если Рипер залетает, начинает харасить здесь. Ну, пока только подкинул рабочих, можно уже переводить. Здесь смотрите, сколько КСМ у Кугумиху вышло отбиваться, пытаться. Нужно попытаться. Ну, куда ты лингов не законтролил? Что ты творишь-то? Хоть одну КСМ-ку сгрыз бы. Но эти катаются так долго, что КСМ-ка уже окупилась, смотрите. Выезжает гелик первый, попердел он сюда, сейчас слышу я. Звук двигателя его в Старкрафте. Все, линги никого не убили, но рабочие покатались долго. Это нормальный вариант развития событий. Рабочие достаточно долго катались и... Это тоже дэмэдж. И рабочих каталось много у тирана. Зерг же ничего не теряет. 24-33 по рабам там. 32 в данный момент. Ну, нормально, что для Ясону третью хату ставить. Здесь у нас медивак, минки, гелики. Медивак полетел. Так, опять что-то пинг шалит. И опять у меня, блин, пятихатка уже поднялся. Зачем он поднялся до пятихатки? Ну что, китаец убивает минку. Вторая минка у Гумиху здесь есть, медиваки. Туморы поперли, камни Ясону грызет. 1-1 пошел. Но Ясон не изменяет себе. Играет ренжовых роучи реведжеров с переходом в лингов там ультралов. Кстати, также и нерч играет абсолютно. Но на нерчата мы посмотрим на КС по капе в ближайшее время, да, как бы. Очевидно, что у нерча будет шанс себя показать. Трансьюз на овер, кстати. И овер ушел, между прочим. Да камни-то догрызи, что камни-то не догрыз. 41-55 по рабам в пользу зерга. Крип есть. Камни не догрыз. Почему, ё-моё, камни не догрыз? Сейчас полетят как раз дропы. Все, догрызает.
У минок есть глаза, даже у стен есть глаза, а ты говоришь у минок. Так, три гелика прилетают на третье. Ну, здесь изи просто отгоняют их сейчас зерк и Асон. Причем Гумиху каким-то образом одного и загрузить не успел. Что такое происходит-то? Что-то сегодня у меня с перебором лагает. Да тысячи пинг скачет что-то. Чё он хочет-то, этот пинг, от меня вообще? Так, 1-1 грейды. Доделываются у Иосону раньше, чем у 1-1 у Гумиху, соответственно. То есть по грейдам у него все неплохо. Очень даже главное 2-2 вовремя закатили. Он на 1-1 какой-то прессинг собрался здесь демонстрировать. Да, похоже на 1-1, что-то он тут урывы какие-то делает. Банша что-то тут летает. В то время Марики по центру бегают. С Мариками надо поаккуратнее. Будь фаербольчики пошли, отгоняют фаерболами. Я сунул юнита в Гумиху. Банша что-то харасит. Марик видит, как камни, кстати, пробивает. Я сунул часть юнита. Здесь на центре Мариков опять же принимает. Я сунул идет вперед. 154-124. Нужно ли ему так ломиться? Здесь банши летают. Все летает. Здесь баншу сбивает фаерболами, между прочим, и Асону. На третьей базе врыв будет или нет? Не знаю, будет ли здесь врыв или нет, но два бункера заказывает Гумиху, увидел, что камни пробиты. Несколько лингов приходит, и роучи здесь есть. Как раз, кстати, сагрились вовремя, когда линги подошли. В это время атака в лоб идет, депошечки не закрыты у Гумиху. Смотрите, фаерболами танк сразу сбивает. На ХГ еще один есть, надо на ХГ танк выбить, главное. Выбежит танк, выбивает оба танка. 180 на 80. Как такой тайминг словил Иосону, я не понимаю. Гумиху на сотку лимита меньше просто. 2-2 почти доделали. Еще 17 роучи при этом заказаны. Заходит на продакшн сейчас уже. Если наверх зайдет, вообще печально. А третий все уничтожено. Охренеть. Иосону, проиграв Джакжи, умудряется развалить Гумиху. Причем в мясо умудряется его развалить. И Гумиху нужно будет попотеть, выиграв Джейши в решающей каточке, между прочим. А Иосону молодец. Ничего не скажешь. Удивительно, сегодня вещи происходят. Ну и Асону уже давно на лайфенге шатает корейцев. У него это происходит часто очень. Третья цешечка здесь под ударом. 2-2 сейчас будет готовы. 2-2 вообще уже там будет не развалить, будет ничего. 10 секунд до атаки остается. До армора тоже. До армора. Армор на 3 позже делается. Так, роучи все новое и новое дотекают. Все, атак готова. Армор через секунду. ГГ пишет Гумиху. Все, печаль, беда. Иосону выйдет из группы, в отличие от Джакжи, который не выйдет уже, если Гумиху убьет Джейши. Вот так вот.
Так, ну что, черкают там все карты, ждем продолжения мы, ребята. Продолжение скоро будет. Джеди Мастер Тиран, у тебя припадок опять, что ли? Стики-стик. Всякое бывает. Но редко. Так, телефон зарядился. Солнце село. Сейчас окошечко открою. Я. Окошечко. Так, сейчас погодите, мне на маме позвонить, узнать там, как они с Машей сидят. И я вернусь через секунду. АСМ готов. Наши зомби напали. Так, все, ребят, я здесь, прошу прощения. Вернулся к вам.
Так, а что у нас сегодня вообще там будет еще? Вроде ничего больше не планируется. Так, вот же еще Nexus достраивается. Здесь маленький факта у нас. Похоже, что Гумику собирается с танком под куш сделать, либо в циклончик выход будет, я не знаю, циклончика. Джейши четко тут рабочих расставил, смотрю. Твайлайт доделывается уже. Ну, кстати, Джейши, если это будет маленький танк выход, это будет контра. Если он сейчас бинт прям сейчас закажет. Да, заказывает бинт. Хороший вариант развития событий для Джейши. Ну, терять адепта это нафиг вообще не хороший вариант развития событий. Зачем так вот было криво сейчас законтраливать? Уходит просто Джейши домой. Потерял все ХП, но хоть выжил, и то хорошо. Адепт. Сталкер тут на рампе есть. Плюс 2 гейта идет. Ну, можно пробочку завести, сейчас пилончик поставить, сюда гейт как бы попытаться подпушить, да, с блинком. Но... И для обороны это идеальный, в принципе, расклад сейчас, то, что Проб делает. То есть ему нужно понять, что это выход с танком будет, и просто отбить, убить. Но вот проблема вот этого билда в чем? Хотя Роба пошло. Ну да, в принципе, можно на экономику будет выходить. Но идеально такие билды реализовывать как? Контрпушем. То есть, чтобы здесь какой-то пилон был, и просто ты когда прогоняешь отсюда тирана, сразу сюда варпишь, здесь юнитами гонишь и встречаешь, принимаешь, он пишет ГГ, например. Да, здесь сверхагрессивный вот этот выход с танком, с циклоном и с либератором впоследствии. Молодец, хорошо, Джейши контролит. Здесь танчик прилетает, сталкеров до варпа идет. Наступить за оверчашку. И куда ты пробок-то повел? Зачем? Блин, через несколько секунд. А, ну решил, что с пробками сейчас отобьется. Ну, и зачем? Хорошо, Джейши, все. За контроль оверчаш надо ставить. Хорошо, отбился, в общем-то, Джейши. Блин, готов, подблинкнись-то, ё-моё, минус циклон, все хорошо сделал, 40-35 по рабам, но нельзя отпускать, вот так, тирана, у него нет ничего. Ну, контрпуша нет, третий некус предпочитает выйти. Считаю, что вот за такое наказание тирану, вот как сейчас разгром такой в атаке, нужно контратаковать. Потому что если ты пассивно начинаешь играть, то тиран это экономика нормальная. Как бы, то есть он восстанавливается просто и дальше уже сложно очень с ним опять же становится. Ну что, выбит либератор? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Прилет одного либератора, и все. Это катастрофа для Протоса. Он теряет просто немерено пробок, и у него нету никакого преимущества. Вот зачем сидеть и ждать, пока это дерьмо случится просто? Случится, блин. Как этот либератор прилетит. Почему сразу в контратаку было... Смотрите, здесь никаких стимпаков еще. Даже там стимпак только-только заказан был. Пошел бы сразу, ну не знаю, не понимаю таких процессов. Ну ты идеально подстраиваешься под билд, ты прочитал, ты все правильно сделал. Ну что ты ждешь-то, терпишь, сидишь, иди ты убей его нафиг и все.
Или, по крайней мере, иди убивать и ставь третий Нексус. И там уже по обстоятельствам действовать будешь. Ну что, 6 КСМок минуснулось сейчас, ребят. 12. Вот это уже хороший вариант. Контратака от Джейши сейчас идет. Если Джейши выиграет еще и Джейши выиграет, Гумихоид вообще будет космос какой-то нафиг. Пока Джейши слился всем, но он может не выпустить Гумихо. Тогда выйдет Джакжис и Асуну, если Джейши выиграет. Ну, а еще рано говорить даже об этой игре, не говоря уже об Утри в целом, да? Призму минусую, здесь Гумиху. Ошибки какие-то странные от Джейши вообще. Сталкерами что-то пытается прикрыть, ничего не получается. Вместо того, чтобы сыграть агрессивно, опять же, то есть призма теряется, да вот уже сейчас тоже, блин. Сделай выход, зачем ты призмой здесь летаешь? Прикрой ее. Не, не прикрыл, ни хрена. Призма новая строится. Имморталов можно было вместо этого строить. Гитов, кстати, много, 8 штук. Варпой, да варпой спокойно. Так, сталкер 6, сейчас 10 гитов будет. И четвертый некон, ну тут понятно. Четвертым некусом, плюс такой пушевый билд фактически. Нужно реализовывать, стараться. Здесь две иллюзии залетают. Кстати, не любитель, смотрю, туреток у нас с Гумиху, можно дарками напрягать. Так, что, пошла движуха? Нет. Движуха пока не идет. Ну тут рядом, конечно, ходит Джейши. Пытается врываться. Не, чтобы сразу подраться. Подождал, пока все юниты демеджа получат до хрена. Только потом зашел. Ну, кстати, дальше с одной стороны неплохо дрался, с другой по лимиту что-то просел. Ну, либераторов сбрил. Так, так, так. Идет вперед тиран. Надо иллюзии посылать постоянно. Просто забывает об этом. Со ключевом моменте фактически. Призму сейчас бреют. Так, и адепты врываются в Мариков. И куда ты? В бок-то в Мариков надо. Нет, вот, вот они были в Мариков, он под мародеров специально отловит. Ну, тормознул ты, Протос, блин. Немножечко, конечно. Тут ничего не поделаешь. Минус Джейши, ребят. Минута молчания такая от меня была. Ну, ничего не поделаешь. Не умеешь реализовать выигранный билд. К сожалению, нечего делать. StarCraft. Не просто надо юнитов тыкать, кликать, контролить. Нужно понимать, как выиграть иногда. То есть, есть, я уже объяснял, что есть несколько стадий победы. Пунктов, я бы сказал. Победа по билду до игры. Победа в реализации, вторая стадия. То есть не просто на билд знать, надо реализовать. И реализация само, самого факта, то есть заставить ГГ написать. Дожать именно.
поставить точку. Один ноль Гумиху, ребят. Вторая, погнали. Мутусы и Морфлы на переднем краю оказались. Скорее всего, позиция была потеряна из-за того, что адепты очень быстро слились на минках, либо как-то он криво ворвался. Всякое бывает в движухе. Но, естественно, так просто сразу они там не оказываются. В процессе боя происходит. Реберончик прилетает. Проверил левый и нижний респ. Не с первого раза найдет, в общем-то, своего оппонента у нас Гумихон. Он Джейши тут тоже, в общем-то. А, погодите, у них первый, что ли, был? Похоже на то. А, нет, не был Нексус первый. Гейт Гаст Нексус кибернетчика. Здесь Рипер залетает, видит прекрасно Твайлайт этот Рипер. Ну, хорошо, что Рипера минуснул Протс. Он очень дэм... Точнее, дэм уже он вообще практически не нанес. Не стал бустить Твайлайт, бустит пробок. Правильно, я бы на месте Протс сейчас вообще третий бы побыстрее Нексус поставил. Заказал бы робо через один гейт, а потом бы еще плюс два добавил. Может быть, что-то из этого интересное бы и получилось. Здесь у нас факта слабый. Не понял, это... Это эти. Получается, что это билд с танком и мариками издалека на такой карте, на кросс-респах, ну хз. Тем более Протс блинк делает. Опять же, Гумиху понял, что Джейши не умеет реализовывать, судя по всему, такие билды. Причем он играет с робо, что самое интересное. То есть просто построй призму, приди... Добавь, вот тебе пришли, такую тему отбил,
Ты делаешь просто плюс 3 гейта, призму идешь, шатаешь оппонента. Идеально вообще просто пробку на карте держать, где-то пилон запилить. Все. Даже не надо там плюс 3 гейта добавлять. Можно там, не знаю, один гей добавить с 4. Даже с 3 можно на самом деле. Контрпуш, просто нужно варпать сталкеров, придется по КД. Да, то есть ты не сможешь так рано в третий ник выйти. Текс, ну что, сталкерочек Силнагу проверяет. Опять же, Джейш этими сталкерами тут гуляет. Ну что ты делаешь-то? Нет, ну надо... Вот, когда игроки начинают такую тему делать, блин, меня просто поражает. У тебя нет вишена, нахрен тебе эти два марика подрезанных? Тебе сталкеры два вообще полудохлых, остальные все демож. Ну, кстати... Другие-то там поля только снялись. Но все равно два сталкера. Сколько он мариков убил? Два. Вот эти сталкеры, вот это ХП сталкеров ценнее, чем два марика. Еще и здесь нам уйдет. Ну ё-моё. Попытка подбрить танк. Не получилось. Отступает назад. Ну а с блинком поконтролить немножечко. Привет, GTA 1985. Я... На наши зомби напали. Ну, тут хоть один танчик сбил Джейши, но у него уже ситуация провальная, ребят. На 10 рабочих меньше, а у тирана ведь еще и мулы, сами понимаете. По технологиям тоже не ахти какие технологии. Здесь уже плюс один у тирана, и здесь только доделывают. Сейчас адептом, да, будет глефа резонирующий играть, но что тут делать? Надо, наверное, в атаку идти здесь пропсу пытаться было бы. На плюс один, тем более. Ну, хотя тут щиты плюс один, то есть ему уже нужно было бы где-то здесь тусоваться с призмой и атаковать, чтобы как-то халявно по грейдам попасть. Фугасов нету, Гумихо. Сейчас он заметит, я думаю, что фугасов нет. Интересное сейчас здание строится в Fusion Core, центр синтеза, он же, и... Это будет рейндж Либерат там, скорее всего. 116-133. По лимиту. И так-то тут одним био может он убить, а еще и рейндж Либератором, это совсем беда будет. Вот два Либератора строятся. Сейчас где-то Старпорт, где Старпорт? Вот он Старпорт, на нем лаба будет заказана. Такое ощущение, что просто вперед пошел. Да, кстати, призма двигается вперед. Сейчас supply блок, правда. Нужно пилонов не 2 строить, а еще плюс 2 штучки 4 строить. Почему? Сейчас один варп и все уже.
supply блок очередной будет, да, как бы. И вот этот один пилон только 8 лимитов, 4 юнита всего. А здесь у Протса гейтов 6, так, 8. А здесь 16 лимита варп только один. 2 пилона на 1 варп надо строить. То есть с такой атаку идете, смело 4-5 пилонов можно строить. Так, подходит Джейши. Просто три сталкера, как с куста. Филды кривые. Адепт сзади дерутся. Призму можно сфокусить сейчас просто. Ну, Гумеку даже и не фокусит призму. Даже в рейндж либераторов не успел выйти, Гумеку как Джейши отдался. Сапызатник поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Моя жена до сих пор не может смириться с моим пристрастием к СК2. Приходится смотреть вечером и утром, но ничего-ничего, воспитаем в ней любовь к СК2 и стримам по мече. Спасибо, Харузантик. Я думаю, можно ничего не воспитывать, просто объяснить, что лучше уж так, чем как-то по-другому. Спасибо тебе большое, братан, еще раз за поддержку. Ну все, ребят, Life and Cup закончен. Сейчас посмотрим, кто там вышел, кстати. Наверное, Гумеку и Асуну, получается, вышел у нас. Я думаю, что да. Да, и Асуну 5-3, а Гумеху какой будет, мать. Так, Гумеху 4-3. А, нет, погодите. Гумеху. Короче, Гумеху выиграл Джакджи 2-0. Гумеху слился и Асуну 1-2. В итоге это 3-2 было. И 2-0 Джейши, это 5-2. Короче, да, Гумеху первое место, Асуну второе. Один единственный китаец вышел сюда. Но он достоин, потому что он сильнее Джакджи Джейши фактически. Сейчас Асуну действительно у него в среднем уровень больше. Плей-офф будет просто великолепный. Я так понимаю, он завтра будет плей-офф. Состав участников я вам сейчас покажу просто. Так что приходите завтра, плей-оффы. Solar, Reality, Classic, Creator, Kin, Dark и Асуну и Гумеху. То есть так, Гумеху, Реалити, Кин, 3 Тирана, Solar, Dark и Асуну, 3 Протса, Creator, Classic, 3 Зерга, точнее 3 Тирана и 2 Протса, вот так вот. Все расы представлены, уровень просто заоблачный, Solar победитель, Star League, Creator, Classic, там уровень великолепный, Dark, кросс финалов победитель, там тоже второе место вообще, ну, крутейший, короче, крутейший состав. В общем, смотрите, завтра приходите. Это завтра все будет, между прочим, плей-офф. После Каспакапа мы и будем, в общем-то, его смотреть. Но в плей-оффе, правда, там матчи одновременно играются. Ну, будем смотреть, там что, какие пары. Так, короче, стоп-старт делаю. Надо на YouTube все выкладывать. Я думаю, можно сыграть пару FP-шечек сейчас.